каждый человек, который смотрит, у него свое восприятие. От классики до модерна. Картины художников разных эпох сегодня увидели и оценили активные пожилые сочинцы. Для них впервые в рамках городского проекта «Активное долголетие» была организована бесплатная экскурсия в Сочинский художественный музей. Все лето мы заняты обслуживанием наших гостей, которых бывает очень много. А зима – это как раз вот то время, когда мы можем больше внимания уделить вот просто сочинцам. Ну, а по поводу бесплатного, у нас довольно обширная программа бесплатных посещений, управление культуры, очень тесные связи. И мне кажется, вот всем этим как-то и обусловлено. Проект «Активное долголетие» по инициативе главы города Анатолия Пахомова был запущен осенью. Он включает в себя спортивную и творческую составляющие. Его участниками наряду с молодежью становятся и активные пожилые сочинцы, которые принимают участие в волонтерстве, создают кружки и клубы по интересам. Так, с их участием проходили спортивные соревнования, мастер-класс по скандинавской ходьбе и десятки городских мероприятий. Теперь традиционной станет культурно-познавательная экскурсия. Достигли договоренности с художественным музеем, что по мере набора групп управления социальной политики мы будем активно сотрудничать со всеми нашими общественными организациями пожилых людей, набирать группу и бесплатно приводить в музей на экскурсию. Считаем, что это очень важно. Культура всегда связана с духовностью и силой духа. А здоровый дух, как известно, в здоровом теле. В том, что на пенсии точно не нужно сидеть дома, твердо убеждена Лидия Каркешко. 5 дней в неделю она посвящает занятиям спорту, но и про культурный досуг не забывает. У нас организована на Бытхе группа здоровья. Организатор Василенко Людмила Александровна, очень опытный тренер. И мы вот там занимаемся зарядкой по утрам, час. Занимаемся в силу наших возрастных особенностей, специальная зарядка идет. Мы занимаемся 5 дней. А потом посещаем органный зал, зимний театр и, естественно, ваш прекрасный музей. Записаться на экскурсию в художественный музей в рамках программы «Активное долголетие» можно в Управлении социальной политики администрации Сочи по адресу улица Воровского, 6, второй этаж, кабинет 23. Телефон 264-43-28. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.